Проблему качественного водоснабжения обсудили в рамках аппаратного совещания в правительстве Ульяновской области. На карте нашего региона немало мест, где каждое лето перебои с водой. Ведь в жаркое время водозабор в 2-3 раза выше обычного потребления. Сейчас в регионе разработан проект по решению проблемы, а в фойе второго этажа правительства области развернулась тематическая выставка. Мы показали, как ведутся работы не только по ремонту и устранению течей, как ведутся модернизация, перевод на приводы частотные, насосы, повышение качества управления водозаборами, это регулировка путем внедрения новых автоматизированных систем, причем где-то мы уже на солнечных батареях, где энергодефицит существует, ставим, и новые материалы применения. Очень важный момент здесь – участие в нацпроектах, ведь только в этом году на обновление сетей водоснабжения будет направлено свыше 800 миллионов рублей. Масштабный ремонт пройдет в Майнском, Старомайнском и Чердаклинском районах. Работа по модернизации уже ведется на Радищевском групповом водоводе. Со следующего года контролировать данную отрасль на территории региона будет единый оператор. Это позволит, во-первых, с нашей точки зрения, снизить тарифы, то есть уйти от этих вот перепродавцов и так далее. Второе, это позволит комплексно развивать, прежде всего, ну, самые такие острые точки, ну, к примеру, там Шиловка, Сенгилей, значит, Радищинский водовод. И второе, для того, чтобы этот единый, значит, оператор имел возможность быстрее решать проблемы, минимум в 2 раза увеличить финансирование в проекте бюджета 2021 года. Если в этом году из регионального бюджета на решение проблем с водоснабжением выделено 280 миллионов рублей, то в следующем уже 560. Соответственно, федеральный вклад тоже увеличится.